Члены районных казачьих обществ, курорта и представители казачьего хора приняли участие в торжественных мероприятиях Черноморского казачьего округа в Новороссийске. На площади у морского вокзала собрались и местные жители. Полюбоваться было на что. Казаки прошли торжественным парадом, продемонстрировали умение владеть оружием. Особо отличившиеся за год получили награды. Нашим землякам их вручил заместитель главы Сочи Сергей Юрченко. На празднике также выступили профессиональные и любительские фольклорные коллективы. Были организованы тематические выставки, развернулись и традиционные курения.